Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан Джек Игер, добро пожаловать в нашу новую серию «Не засмейся» челлендж в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет и большом спасибо за ваши лайкусики, только благодаря вам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы соберете еще больше лайков, чтобы вышла еще более смешная серия. Черный первый! Ставьте лайки, я черный третий, а ты черный второй. Я сказал первый, сказал, что я черный второй, так что да-да-да. Не показывай, давай, не отмахивай. Ты черный второй, значит ты первый. Я сказал, чула я и чу... Ах, ты ж... Чёрный второй! Эх, ты ж смотрите на меня, он меня обманул! Хитрюга, хитрюга просто! Это была очень жесткая лазейка, это была очень... Лазейка, хорошо, хорошо, лазейка. Показывай нам свою лазейку, Игорь. Так, ну короче, вы прям вообще в шоке будете. Мы прям ждем, давай, давай. Я готов. Ну давайте, давайте, вы готовы? Да, мы готовы. Так, что-то мне это напоминает. Потоп. Да, тебе потоп это может напоминать. Конечно, может тебе напоминать это потоп, но это не то. Это не то. Это совсем даже не то. Да. Что происходит? Водолаз, водолаз. Привет! Это тролли в прятки. Здравствуйте, дорогие друзья. Я могу вам спрятаться за так, что вы меня не найдете. Значит, мы можем утонуть. Ты водяной, да? Я вода, я не тону в воде. Никто не будет. Смотри, так оп! Дебила. Я перед серией не принимаю. Не-не-не-не, начало серии, давайте успокойтесь. Так, хорошо, Игорь, давай. Давайте закрываем наш потоп. Закрывайте потоп, наводнение. Все, Игорь, возвращайся. А тут дыру, дра! Игорь потек, ну давай. Это канализация, Эдисон, тут черепашки не заразятся. Нету, нету там, никаких черепашек. Ребята, давайте как бы это, давайте вот. Игорь, твое место! Ну ладно, хорошо. Не обижай меня! Да, мы готовы, давай, начинай. Давай, показывай свои вот эти сценки. Давай, давай. Тихо, тихо. Вообще не смешно, вообще даже смеяться не буду. Плакать! Рожаю! Скорую вызывайте, скорую, быстрее вызывайте, тут дебил. Психушку сразу, даже не скорую, не скорую. Почему у тебя так громко слышно? Рожаю! Потому что я рожаю! Скорая! Скорая! Рожает. Ты вообще мужик или ты баба, не могу понять? Рожаю! Я, к примеру, кто? Я кактус или огурец? Скажите мне, потому что я так и не понял за 5 серий. Это не важно. Давай, мы тебя посадим. Ааа, рожает. Давай, иди отсюда. Главное, лапочку. Сейчас пародия будет. Сейчас пародия на одного человека будет. Смотри, смотрите. Рожаю! 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 Спасите, рожаю! Помогите, а! Я не знаю, я девочка или мальчик, спасите! А чё там бесил небе делается? Обидно было, не смешно, я тебе так скажу. Жека, я не хотел тебя обидеть, я не хотел тебя. Показываю я, У меня вопрос, а что-то писюн синий в небе делает? Кто это его построил? Это 100% Жека был, 100% Жека. Это инопланетяне, Да. Да вот писюн в небе, вот над тобой, видишь там? У меня тут туча. У него там туча. А, туча. Так, подождите, так, все, не мешайте мне, я буду повторять. Рожаю! Мне нужно переодеться, ребята, мне нужно переодеться. Сейчас тоже будет пародия. Всем привет, я Женечка, я такая красивая. Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Эдисон, и сегодня мы будем продолжать троллировать. Конечно же, кого вы можете понуть? Правильно, Жеку, мы продолжаем троллировать Жеку. Но сегодня мы также позвали в серию кого, правильно, Игоря? Ну, привет, дорогие друзья. Ну, в принципе, мы закончим. Игорь, ты в своем уме? Я не могу понять. С психикой все нормально у этого человека. Так, понятно, ладно. Это рекорд! Рекорд серии «Не смейся, челюсть». Раз на первой же минуте дебилизм начинается. На первой минуте уже 8 скинов ушло просто в небытие. Такого еще не было. Ребята, подождите, мне нужно подготовиться. Евгений, порвите меня, пожалуйста, порвите на кусочек. Подожди, я думал, сейчас Эдисон показывает, потому что тут скин Джеки такой стыд. Что? Рожаю. Готовы?
Готовы? Мы готовы, рассмешите. Прям готовы на 100%, на 100%. Ты никогда в жизни меня не рассмешишь, я самый серьезный человек в мире. Серьезный как бык! Что это такое вообще? Мистер Дудец. У меня на донате мистер Дудец стоит. Я поэтому и взял эту как бы песню. Ты работаешь у меня на стримах, я знаю. Да. Так, кажется, донат пришел. Та-та, 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 та-та. Ну давай. Так, конечно, приятно быть в шкуре Жеки. Что он там делает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто проживает на дне океана? Рожаю. Рожаю, рожаю, рожаю. Пар, бупс, пэм, пэм. Да, скрыпы, пэм, пэм. Такой крутой, как я руками размахиваю. Что происходит? Так, я забыл, что мне надо показывать на самом деле. Ну, ладно. Нормально. А все так быстро уже? Конечно, я всегда готов, поймать. Хей, йоу, собаки, я Наруто Узумаки, я скоро буду Хакаги. Я не понимаю, над чем, но мне смешно. Самое оригинальное приветствие в мире. Хейо, собаки, с вами Наруто Узумаки. Это даже лучше, чем как делишки-ребятишки. Главное все в рифу. Собаки Наруто. Вот ты придурок. Ой, вот ты придурок. Какаки, да. Ты, конечно, вообще дебил, Игорь. Хайо, Наруто Узумаки, я ел кози какахи. Это нам. Игорь, даешь. Я немного располнел, понимаешь, конечно. Ты на меня посмотри, кубик. Вегетта какая-то. В бульон меня бросать. У меня как раз немытая посуда. Пойдем. Пошли. Пошли на до океана. Ой, смотри, посмотри, там подожди. У него что-то с лицом. ФБА, ФБА, смотри. ЦРУ, ЦРУ, валим, Игорь, валим! Ща! Это мой брат! Ща! Да, я сяду на шпагат! Ща! Начальника! Мне не хватает обезжиренного начальника! Не смешно, не смешно. А что, кто сейчас показывает? А я показываю, я показываю. Ха, ну давай, Эдисон, давай. Проблемка одна есть, проблемка. А сколько я скинул показал уже? Два. Ну, хотя хрен его знает. Много. Три. Игорь, тут проблемка есть. Ну давай. Ты маму нашу помнишь, Игорь? Маму. Мама. Мамка была. Лиза, мне уже страшно. Мамка! 18+ на ролике, блин. Ты помнишь нашу мамку? Не переживай. Помню, Эдисон. Мамка! Не как раз, не от другой, от той же. Брат! Ща! Ща! А! Нет! Сейчас что-то будет. Сейчас опять Майнкрафт. Кря! 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 Ну ты, конечно, кря. дебил. Кря! 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 Давай, Игорь! Кря! Подожди, я не знаю, я придумал! Так, я сейчас расклеветаю, кто там. Так тихо, что вы там делаете? Там Эдисон! Мы спалили контору! Да что вы делаете, ну реально?
Йохан и Бабай, ну ты понимаешь, подготовиться. Пацаны, едет, ну только не Андрей. Так, сейчас быстрый, как время! Подожди, Эдисон, подожди, я забыл. Эдисон, Эдисон! Полите! Мы братья! Быстрый, как Флэш! Тихо, ты сейчас опять будет ругаться, начальника ругаться сейчас будет. Я понял, короче, я спалил на своем видосе, Эдисон спалил на своем видосе, а что же сейчас будет? Я ничего не палил, ничего не было! Да, да, ты сам. Я просто в будущее заглянул, у меня ж флеш, быстро, как время. Игорь, подожди, мы потеряли. Своим половинкам достают звезду с неба, а я тебе писюн с неба достану, хочешь это? Спасибо, брат, я знал, что... Да не за что-то... Вы готовы? Вы готовы? Да, да, да. Спокойно, Игорь, спокойно. Так, все, братишка, спокойно, мы с тобой самые быстрые, мы не смеемся. Хорошо, поехали. Поехали. Где мои вводные? Алло! Дебилы, идиоты, за мной! Это не все, а ну, а вот где они? Так, ребята, не теряйтесь. Хэппи ладно, выходите! Чё за армия? Всё, пошли, братва. Удаляй их! Эдисон, давай, самая финальная сцена должна быть самая сочная, я уверен. Я обещаю на 100%, потому что сока тут будет прям достаточно. Сока. Давай, вот. Давай, я готов. Я люблю сок, особенно мультифруктовый. Так я как раз таки мультифруктового сока сегодня напился с огурцами. Чё ты вообще не понимаешь, что там происходит на самом деле, Игорь? Игорь, ты брат мне, помоги. Что там такое, мать вашу, Игорь? Подожди. Да нет, никак. Сзади посмотрю, что... Да шо ты, подожди! Что там сзади? Что там сзади? Игорь! Игорь, что там сзади? Да, какое какао? Какао, Эдисон! Какое какао, брат? Какао! Какао, Жека, посмотри ты, пожалуйста, Жека. Ты мне друг, Жека! Надо тут цензуру на весь экран сделать, просто такая дичь, непонятно. Какая цензура? Где тут цензура, я не могу понять? Это лучше не видеть. Мне кажется, нужно ставить лайк под эту серию, если хотите больше таких наркоманских. Ладно, нажимать на колокольцы. Мне стыдно за вас, пацаны, на самом деле, вот. Я ненавижу вас, пацаны, это песня для вас. Пацаны, я вас ненавижу. Я вас ненавижу, особенно вас, да. Ребят, ставьте лайки, наберу много лайков, сразу же выйдет следующая серия «Не смейся челлендж», поэтому когда она выйдет, зависит только от вас. Отвечаем, мы отвечаем, просто отвечаем. Также пишите ваши комменты, потому что мы их очень часто читаем, так что все. Да-да-да-да-да-да-да, пока! Колокольцы нажимайте, пока!